Приветствую. Говоря о мобилизации в Украине, очень редко можно сказать: у меня для вас хорошая новость. И вот сегодня я с радостью это говорю: у меня для вас хорошая новость. В чем она заключается? Министерство обороны Украины изменило подход к возрасту, с которого можно мобилизовать человека и до которого можно мобилизовать человека. Речь идет о директиве Генштаба. И номер этой директивы вы сейчас видите на экране, но текст директивы нам неизвестен, потому что он идет с грифом ДСК для службового користування и, соответственно, ну, скорее всего, в публичное пространство он не попадет. И мы можем знать об этой директиве только, ну, по рассказам тех людей, которые получили к ней доступ. И вот, судя по всему, одним из таких людей выступил и является Алексей Гончаренко, народный депутат, и он в своем телеграм-канале сообщил о том, что есть вот эта директива, и в этой директиве есть два важных момента. Первый момент, он касается людей, которые в возрасте от 18 до 25 лет. Мы с вами знаем, что есть законопроект 11379D, который прошел первое чтение уже. Его проголосовали в первом чтении и пришли депутаты к выводу, что люди, которые признаны непригодными к воинской службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время, в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежат мобилизации. Но пока это только законопроект, и он готовится ко второму чтению. Так вот, теперь директива Генштаба говорит о том, что этих людей точно уже не будут призывать. То есть ТЦК и ЕСП не ждут теперь, когда будет принят закон, они уже здесь и сейчас все не могут призывать. Но это если исходить из того, что нам говорит Алексей Гончаренко. Далее, вторая новость. В этой же самой директиве сказано, что призывной возраст будет до 50 лет. После 50 лет мы можем призывать мужчин только по отдельному распоряжению Генштаба. Как мы понимаем, если это все действительно вот так, как есть, в принципе, раньше, когда Гончаренко, ну вот, про какие-то инсайды говорил, он, ну, на мой взгляд, достаточно четко в них попадал. И именно поэтому данная новость для меня, ну, такая радостная, потому что, скорее всего, так и есть. И, соответственно, мы приходим к какому выводу, что на сегодняшний день теперь уже возраст, с которого могут призывать человека, это с 25 до 50 лет. И, ну, соответственно, здесь вот, наверное, очень многие люди были правы и... Я надеюсь, что это их глаз был услышан, потому что очень многие люди писали в комментариях и высказывались, что после 50 лет, ну, куда человека призывать? Ведь в большинстве случаев там куча хронических заболеваний, и, ну, солдат из этого человека, собственно говоря, такой себе будет, да? Вот молитвы, так сказать, были услышаны, и... Государство приняло вот такое решение, которое, я думаю, позитивно оценят многие люди. Друзья, чтобы разобраться в том, насколько это достоверная информация, со своей стороны я вам обещаю дать запрос в Минобороны, чтобы выяснить все-таки этот момент. И как только ответ придет, сделаю видео, размещу в телеграм-канале эту информацию, чтобы вы уже точно знали и понимали, что вам делать в этой ситуации, да, потому что если это действительно так, а где-то какой-то ТЦК попробует человека призвать, то, соответственно, человек до 25 лет и после 50 лет сможет отказаться от повестки на отправку, и к нему не будет применена уголовная ответственность за это. То есть это очень важная информация. Друзья, все. На этом все. Заканчиваю. Пошел писать запрос в Минобороны. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным,
Поставьте ему лайк, чтобы как можно больше людей узнали эту информацию. Ну и подпишитесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить информацию с ответом Минобороны. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Информации там больше и появляется она оперативнее, чем в YouTube-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на Telegram-канал есть в описании к данному видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.